Мур, привет, друг, это Зверько. Я тут поэкспериментировал на тестовом и нашел, что же именно за нейрофили у Эсмеральды. А чтобы это видео совсем уж секундным не было, покажу баг Linux. Итак, на основном сервере Эсмеральда в ожидании боя может накапливать полный щит на крипах или лесных мобах, пользуясь их возвратом и отхилом. Таким образом, она входит в бой с огромным запасом щита. На тестовом же стоит ограничение не более 50% на персонажах не героях. Если Эсмеральда использует эти навыки на героях, то щит растет как и раньше. Таким образом ослабили подготовку к файту, и это правильно, поскольку этот прием дает серьезное преимущество. Теперь о баге Linux. Я думаю, многие о нем знают. Честно говоря, я не люблю рассказывать баги, поскольку их исправляют разрабы и видео автоматом устаревает. Но этот баг существует прямо с релиза Linux. Напомнил мне о нем подписчик Quixie. Это двойная ульта. Оставляешь заряд светлой энергии, прожимаешь второй навык и тут же ульту. Ты входишь в светлую ульту и по ее завершению можешь тут же ультануть темной ультой. А можно активировать сразу две ульты. Для этого после выстрела вторым навыком тыкаешь дважды на ульту, и твоя Linux в форме светляка совершает прыжок. Минус этого способа: после выхода из светлой ульты остается лишь половина времени на темную ульту. На этом все. Не забудь подписаться на канал, ставь лапку и удачи, друг!